Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Age of Defense. Ну что же, у нас новая миссия, поехали. Вау, ха-ха, ничего себе, алтарь здесь. Так, у нас получает топорометатель новую эволюцию, да? Более грозный топорометатель. И девушка-танцовщица эволюционирует на танцовщицу на ящере. Хорошо. Так, у нас с вами... А почему волна только до сюда идет? Я не понял. Смотри. Оп. А дальше-то куда? А дальше нет пути, да? Ладно, ребятушки. Ух, ну что же, давай. Тут у нас... А сколько дорожек-то, я не могу понять. Они идут сюда. Сюда. Ах, вот. Или вот так они пойдут. Хм, непонятно. Ладно. Ну что, начнем с наших копейщиков, я думаю, да? По стандарту, как обычно. Копейщики. Так, ставим их на самых таких точках, которые захватывают большую часть дорог. В данный момент вот эти вот перекресточки. Перекрестки пяти дорог. Так, ладно. Вот сюда, наверное, еще одного поставим, да? Вот сюда. Вот сюда мы его поставим. Прокачаем. Так, и куда еще-то? Я даже не знаю. Я не знаю даже, как они пойдут. Давай посмотрим. Давай вызовем первых. Шипы, конечно же. Так, они идут. Ну, понятно, по этой дороге. Может быть, их немножко оглушить. Так, хорошо. Оглушены. Ну, полетели они вовнутрь. И... Где же? Ну это получается так, что ли? Потом вот так. Слушай, ну тут длинная дорога получается для них. Хорошо. Что мы с вами можем тогда замутить? Сюда, наверное, копейщика влепить. Так, нам нужны еще чуваки с камнями. Наверное, вот сюда мы поставим, да, их? Слушай, с камнями или... А что у тебя так мало... маленький обзор. Почему? Так, вот, а вот сюда. Куда ж тебя? Ну вот сюда придется влепить. А что делать-то еще? А почему такой маленький радиус обзора-то? Вроде бы был гигантский такой. Сейчас, так, эволюция первая, да, у нас? Силу. Силу прокачиваем с вами. Так, ну. А что ты не бросаешь камни? Нет, бросает. Все у него хорошо, все он бросает, все отлично. Так, надо девчулю. Надо девчулю, наверное, куда ее ставить-то, даже не знаю. Давай сюда, вот, наверное, влепим. Так, 100 еды, не хватает нам еды. Пускай она будет у нас станить, да, будет. Так, нам нужно будет еще потом посмотреть новых этих ребятулек, которых нам дали, топорометателей. Но пока выстроим, как говорится, оборону по стандарту, как и раньше делали, да, с вами. Не будем пока ничего нового тут изобретать, потому что фиг знает, что тут, как и почему. 30 волн, кстати, у нас здесь. 30 волн, это немало. Так, девчули, сколько там надо? А, еды хватает, все. Потом надо будет для следующей эволюции 175. А, 250. Ладно, попробуем накопить 250. Так, шипы. Шипы я выставлю, потому что там кто-то у нас летит. Ха-ха-ха, долетались. Ну, вот здесь вот получается самый основной пятак. Хотя это вот везде самый основной. Ой, птеродактили летят. Слушай, это нежданчик для меня. Птеродактили как бы мне здесь не нужны. Да? Птеродактили мне здесь не нужны. Давай, наверное... Так, вторая эволюция идет, да, у меня там? Сейчас, друзья мои, поставим с вами... Колья. Будем прокачивать колышки. Ну, неплохо. Пока вроде бы справляемся с вами, да? Нам нужно, конечно, немножко денег побольше. Я, наверное... Кого здесь лучше поставить? Этого, что ли, да? За... Или вот эту вот, макаку? Даже не знаю. О, а это еще... А откуда? Их же не было. Ой, смотри, у них... Ты смотри, как они быстро себе здоровье восполняют. Смотри. Смотри, оп, моментально практически. Мне это не нравится.
Опять, откуда они берутся-то? Может их оглушить разочек? Да не, вроде справляемся, да? Справляемся. Хорошо, отлично. 269 еды. Давай-ка мы, наверное, тебя, барышня, улучшим. Вот так вот. Отлично. Ну что там? Вызываем. Вызываем, друзья мои, следующую волну через шипы. Проползла гадюка, а, через мои шипы. Так, парень с валуном. Наверное, тебе все-таки надо будет сделать оглушающим, да, вот таким же. Или вот таким, макакой. Я даже не знаю, как лучше. Что-то они тут так спокойненько летят себе. Мне это не нравится. Ну-ка, давай, шипы. Застаньте, пожалуйста. Застаньте мне эту... Ну, девчуля, так, молодец, красава. Вот, она встала и не дает им проехать. А ему я еще вот так вот сделаю, назло им. Сюда, кстати, копеечка влеплю. Ха-ха-ха. Чтобы было им неповадненько. Слушай, может быть, сюда не надо было копеечка. Может быть, надо было топор метателя. Так, там уже следующая волна. Что-то как-то быстро тут противники появляются, я заметил. Очень быстро. И мага надо куда-то влепить. А куда мага влепить? Сюда, может быть? Или вот сюда? Вот сюда, кстати, неплохо было бы, да? Так, ну ладно, давай смотреть. Так, птеродактили летят. Эй, 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 эй. Давайте, друзья, валим этих птичек. Так, третья эволюция и оглушение. Оглушение мы с вами здесь прокачаем. Ну, птеродактили, пока я смотрю, тут особо не властны над нами, да? Летают там себе, мы их быстренько подбиваем, все хорошо. Застанили, молодцы. Слушай, ну этих что-то как-то многовато, по-моему, этих каракатиц. Давай вот сюда, наверное, шипы влепим, чтобы они на шипы тут попадали. Так, маг. Маг. Нет, наверное, нам все-таки не маг нужен, а в первую очередь чувак с валунами. Да, я думаю, что чувак с валунами. Как говорится, больше массовых атак. Угу. Ну-ка, да сколько еще там, долго еще копить? Так, погоди-ка, что-то тут их как-то много становится. Ага, ага. Погоди-ка, а этот может пролететь? Ты представляешь, этот может просто взять и пролететь. Нет, не получилось у него. Не получилось, это хорошо. Но все равно уже опасочка есть такая, знаешь, что враг может пройти. Поэтому особо слишком сильно тут не забалуешь. Ну-ка. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ты, горилла, ты будешь вот этого бомбить олуха мне или нет? Ты отвлекись. А, они прошли, ты представляешь? А эти-то как проходят, эй. Ты посмотри. Ты посмотри, что. Они просто идут как к себе домой. Представляешь? Нет, все-таки вот этот с валуном нормально бомбит их. Хотя нет, вроде бы справляемся. Но все равно мы с вами пропустили сколько? Двоих. Да, получается, двоих мы с вами пропустили. Что-то их тут слишком много. Как они ходят вообще, я не могу понять. Ага, подбили. А этот вообще какой-то бессмертный. Что с ним такое, я не могу понять. Да нет, вроде помирает. Я не могу понять, что это, во-первых, за мутантики такие мелкие. И как с ними, блин, бороться. Бац, стал зелененьким, с какого-то вдруг перепуга. Эти вообще летают у нас по небу. Птички по небу летают, да? Смотри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А там, смотрите, ползет огромный ящер, который будет глушить моих воинов. Я на это не подписывался, я на это не согласен. Ну и куда он летит так спокойно, как этот истребок? Его кто-нибудь вообще хоть тронет? Его кто-нибудь тронет или он пролетит? Он пролетает. Трындец. Просто взял и пролетел. Вот и все. Вот тебе и весь расклад до копеечки. Ладно, здесь-то, надеюсь, хоть что-нибудь у нас получится путнее. Барышню нужно, точно, нам нужна сюда барышня. Чтобы она тут веселила и радовала моих бойцов. Как-то вот так ее влепить. Опять птеродактили, да? Слушай, 72 единицы здоровья у нас осталось.
И волна-то только 10-я, еще 20 волн впереди. Да еще не забывайте, босс тут будет. Тут будет босс. Так, ну справляемся пока, хорошо. Вот эта вот дорожка мне не нравится. Она у нас вообще с вами как-то, ну, вообще не защищена. Да? Так, хорошо, давай, наверное. Смотри, пробегают, а. Очень все паршивенько у нас как-то. Плохая у меня защита, на самом деле, здесь. Этот тут еще, смотрите, глушит, глушит просто, а. Танцовщица. Танцовщица, это, конечно, все хорошо. Так. Нет, я все-таки мага хочу. Так, эволюция, давай, наверное. Ага, тотем, тотем, это уже хорошо. Вот тотем уже есть, это классно. Так, огненный, 275. Слушай, а у мага тогда, по идее, получается, тоже должна быть эволюция. Если копейщик эволюционирует, да, сколько уже раз. Плюс танцовщица. Хм. Так, секунду. А ну-ка, буги-вуги. И, наверное, валун. Да, вот так вот. Сколько их там? Ты посмотри, просто армия. Армия просто бежит. Нет, действительно, тут надо что-то делать. Может быть, чуваков с камнями ставить, чтобы как-то оглушать их, я не знаю. Смотри. Может быть, топ... О, кстати, здесь, смотрите, уже брахтиозавр стоит, лопает листву на деревьях. Ага. Так. 275. Да мне не накопить здесь 275 никогда, потому что они мне не дадут. Хотя хорошо, что вот этот чувак с камнями глушит. Это очень классно. Нам это помогает, но... Ага. Давай на шипы, на шипы, на шипы, отлично. Фух. Так, маг. Огненный, да? Огненный. Так, девчулю тут тоже нужно будет нам как-то... Ты смотри, сколько там бежит, а? Этого... Этого мы тоже сделаем в амбала, который будет бросаться камнями, а не фруктами. Шипы для вас, динозаврики, все для вас, мне ничего не жалко. Так, подобьем, да? Ну, справимся здесь. Так, ну что, танцулька, давай, наверное, тебя... А это у нас такая уже есть, да, по-моему, одна? Вот она, да? Тогда давай вот, наверное, такую брать за 175. Куда ты ползешь, а? Жуки тут еще... Да ёпрсете! Тут надо тогда этого делать. Желательно быстро. Ну! Да убейте вы этого динозавра уже. Не, они не хотят. Просто не хотят. Ленятся. Лентяя. Молодцы. Укокошили такие, а? Так, ну что, давай вот этого, наверное, вот так вот, чтобы он бомбил массово. Видишь, сколько там жуков ползет на нас. И с этим всем надо справляться. И сейчас будем, скорее всего, через тотем работать. Да? Посмотрим. Ну тут справились, ладно. Смотрим следующую движуху, которая здесь сейчас выйдет. Так, а тут-то у меня прапаны, ребятульки-то. Да, вроде бы все хорошо. Так, барышня, 175. Птеродактили полетели. Полетели птеродактили. Слушай, а если я сюда... Или вот сюда лучше? Наверное, лучше сюда. Поставлю-ка... Еще, да, пожалуй-ка еще вот так вот сделаю. Опа! Опа, пули! А вот это для меня... Тихо, 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 родные. Спокойнее. Жучков, жучков валим. Всех тут. Я просто не думал, что они здесь еще полетят. Прикалываешь, они еще и здесь, оказывается, с этой стороны летят. И с этой, и с той. Со всех сторон, короче, в окружную меня берут. Но я думаю, мы тут здесь отобьемся от них. Да, отбились от птеродактилей. Отлично. А вот от этих. А вот от этих. А от этих кто будет справляться? Давай, 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 давай.
Все-таки, что не говорили, ребята, копеечков нужно делать больше. Все-таки в них сила, в копеечках именно. Так, а с этими? С этими тоже справимся. Все-таки копеечки. Как я не хотел себя переубедить, что-то другое, но без копеечков, судя по всему, нам делать нечего. Поэтому будем, естественно, их делать. Так, эволюция следующая. Ну, давай, конечно, забор этот перечеркнутый. Так, и надо вот тут вот. Здесь эволюция, эволюция. Вот этого мы еще не докачали. Нам нужно немножко, 160 еды. А, еще и здесь. Ага, понял. Сейчас исправим эту ошибочку. Ну, давай, 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 давай. Так, все, апаем. И остается вот этот вот, да? А, еще вот с камнем у нас чувак тоже не прапанный. Угу. Ёлки-то палки. Смотри, какая там заваруха на нас сейчас двинется. Вон, смотри. Тут только тотем. Без него нам не справиться, мне кажется. Каменчик, ты будешь там бросать в них валуны свои или нет? Так, я гляну. Тут вроде бы все окей. А вот там вот... А вот там далеко не окей. Так, шипы. Это первое, что будет встречать нашего вражину. Шипы. Потом я, если что-то там сюда вот заряжу... Нужен будет он нам, скорее всего, нужен, да? Врубаю тотем, короче. Также делаю оглушение. И начинаем бомбить по ним. И опять же колья. Так. Чувак, чувак, надо, наверное, нам сделать вот так вот из тебя макаку сделаем. Хотя надо посмотреть на этого, на топорометателя нового, которого нам... Вот из него сделаем, да, наверное? Ну, а почему бы и нет? 75 еды сейчас накупим. Потом еще там сколько? 200. И будет все окей. Его оглушают, а? Ты посмотри. Его оглушают. Ну, это ничего страшного. Да что ж ты стоишь-то там? Руки-то поднял. Так, 75, да? Я жду, просто жду, когда у нас накопится еда, чтобы прапать. Ага. Так, 72 сердечка. Ну, это пока терпимо, друзья. Это пока терпимо. И 16-я волна у нас. Вроде бы все пока тип-топ. Вроде все пока тип-топ. Так, метеоритный этот шар есть у нас, валун. Вот еда медленно у нас идет. Еда очень медленно. Так, и эта барышня у нас не прапана. Нужно 175, да? Что, следующая волна, что ли? Я еще с этой не справился. Уже там следующая волна ползет, а? Посмотри на них. Ну, через текстуры летят, а? Чего ж вы, дорогие разработчики, не могли доработать игру-то, я не могу понять. В чем проблема? Что вас так смутило? Ну... Так, у нас следующая эволюция и... Давай вот это вот. Все, вроде бы сделал, что мог, что успел. Так, и теперь апаемся. Топорометатель. 575. Не кисло, друзья мои? До следующей эволюции 575 еды нужно. Трындец. Я надеюсь, оно будет того стоить. Так, что вы там... Ползайте, как кочерышки. Давайте, давайте, давайте. Следующая волна, жучки. Это еще не прошла, а уже жуки ползут, а? Ты посмотри, как они хитро делают. Плюс там какая-то фигня вот идет, крупная. Сколько у них здоровья-то? 3400, да? Ну, уже меньше, конечно, но все равно ползет. Гадюка мелкая. Так, сколько там нужно? Еды-то я уже забыл. Ага, 575. 575. Ладно, пока тут справляемся, вроде бы довольно неплохо, смотри. Жучков мы щелкаем тут как орешки. И это классно. Так, а это что такое? Смотри, друзья мои, это какой-то новый птеродактиль. Это новый какой-то вид. Ха. Эволюционировал, да? Ой-ой-ой-ой-ой, сколько вас там ползет наверху.
Прям орда букашек просто бежит. Так, наверное, пора тотем заряжать, да? Зарядили с вами тотемчик. Ну, слушай, неплохо. Неплохо. Так, и где у меня вот этот, да, красавчик? 575. Все равно еще не хватает. Маленечко, да не хватает. Ага, все, холодело. Во, вот такой он у нас. С топориками, чувачок. Остается только проверить, как он действует, как он работает. А здесь нам нужно, блин, 175. Слушай, знаешь, что мне не нравится? Что вот, вот здесь у нас только лишь, вот на финале, да, на старте точнее, у нас только лишь один копейщик здесь стоит. Надо кого-то, я не знаю, может быть, с валуном поставить чувачка, чтобы он оглушал этот бомбил. А то вот здесь вот они просто летят, все целенькие и здоровенькие. Вся основная, вообще вся основная масса приходится вот на этот отряд, который у меня здесь перед финишем стоит. Мне это как-то не особо нравится, не особо устраивает. И надо это дело как-то менять. Вот я думаю, может быть, действительно поставить сюда чувака с камнем, прокачать его, и чтобы все было у нас хорошо. Ого. А он неплохо, смотри. Бомбит, наяривает, довольно мощный чувак. Так, давай. Смотри, как наяль, как старается-то, а. Крут, крут, чувак, не могу ничего сказать. Мне нравится он. А вот тут вот мне совсем не нравится, что происходит. Жесть какая-то, такая армада идет. Ладно, посмотрим, чем это все для нас кончится. Подожди-ка, не пола. А этот еще откуда волны? Вот они, значит, они прям из самого вот этого монумента выходят, да? Смотри. Понятно. Ха. Будем знать. Так, чувак с валуном, давай-ка мы тебя, наверное, вот так вот сделаем. И барышню теперь остается нам прапать. Сколько? 750? 750 еды, чтобы она получила следующую эволюцию? Вы серьезно? Я за 750 могу тут утыкать армии вот эти все дорожки. А они мне только для одной прокачки дают 750. Слушай, ну я сделаю, я, мне самому интересно, хотелось бы посмотреть. Ну если оно того стоить не будет, я не знаю, что я с ним сделаю. Так, птеродактили полетели. Но вот этот вот с топорами довольно крутой чувак. Наносит офигенный урон. Мне нравится он. Мне он нравится. А вот здесь вот то, что у нас как-то вот... Нет, пока не будем, без тотема обойдемся. А вот шипы я, пожалуй, поставлю. Так, что нам еще нужно? Чего нам не хватает здесь? Вроде как все, и в то же время не все, да? Давай поставим, наверное, сюда мы с тобой мага. Мага на заморозку мы с тобой его сделаем, да? Ой-ой-ой, кто там у нас летит? Посмотри, посмотри, сколько этих птеродактилей-то тут. И у нас очень мало копейщиков здесь. Кстати, да, мало копейщиков, которые могли бы здесь вот оборонять эти позиции. Опять эти карлики. Так, эволюция... Ага, вспомнил я. Недоделки эти, да, у нас? Маг заморозки 200 нужно, да? Просто 200. Сейчас мы с вами сделаем это. Оп. Вот так вот. Только не говорю, что вы пролетят они. Нет, не должны. Фух, справились. Да, 750 еды я буду... До посинения тут копеть, если честно. Ты представляешь, 750 еды. Труба. Так. Всего лишь 3 динозавра. Пхе. Ну, с ними-то мы справимся. Должны. Слушай, ну эта девчуля за 750 еды, я не знаю, что она должна делать здесь, понимаешь? Она должна тут просто замораживать врага навечно, чтобы он ничего не смог потом сделать. Другого объяснения я не вижу. Что она еще может за столько количества еды себе позволить? Так, смотри-ка, что это у нас с мужичком? Что это он там
над ним какие-то там, я не знаю. Он красным стал, а почему? У него там реги... И этот. Слушай, у них какая-то... Они проходят через этот вот, скажем, алтарь. И смотрите, на них какой-то баф вешается. Они стали сильнее. Это я вижу. Прям невооруженным глазом. Так, что-то у них тут нафига что висит. Ну, что этого-то? Подобьем или его? Под... А, ты смотри. Мы подбиваем, и у них вот эти вот человечки, чертики вот эти вот живут. Я так могу это понять. Ладно. Давай вот так вот попробуем их тут встретить. Так, опять птеродактили летят. Как-то не вовремя все это, а? Все это не вовремя. Если что, активируем здесь с вами тотем. Или не надо, или вот здесь будем активировать. Черт его знает, куда лучше его влепить сейчас. Сейчас определимся. Сейчас, секунду. Я еще тут жду 750 еды, когда накопится. А они копятся очень долго у нас. 500 только у нас. Только лишь 500. Так, посмотрим. Ну ты посмотри, а. Какой... У него регенерация идет. Он очень быстро восстанавливает все здоровье. Так, сейчас эти уродцы здесь появятся, да? Угу. Ну, чуваки с валунами очень быстро их подбивают, так что не стоит беспокоиться. Об этом беспокоиться не стоит. На худой конец я врублю тотем, и все, их тут быстренько расколбасим. Так, следующие птеродактили летят. Ну что там, 3 часа возле него тютюкайтесь. О. Ну что, дорогушечка, покажи. Ну, танцует. Ладно, посмотрим, что он делает. Жалко, он вот эту вот дорожку не, не задевает, да? Так, давай-ка мы с тобой, знаешь, что сделаем? Вот сюда вот поставим мага. Я думаю, да, будет оптимально. Даже, я бы сказал, будет очень хорошо. И потихоньку будем вот эту дорожку, наверное, с тобой усилять. Так, давай-ка мы сюда поставим мага. Пускай стоит, пускай там шаманит, колдует, что хочет делает. Ты смотри, они красные отсюда выходят. Они заезжают обычные, да? А выходят такие вот покрасневшие. С регенерацией. Вот что самое удивительное. У них регенерация идет обалденная. Плюс в каждом чувачке сидят вот эти вот маленькие чертики. Вот что я еще увидел. Офигеть. Да, что-то мне как-то эта перспективка не очень нравится. Совсем не нравится, я бы так сказал даже. Так, магистр кислых щей там. Будем, наверное, заморозку делать, да? Нет, толку от заморозки нету. Надо делать дамагера, то есть огненного мага. Так, и топорщика. Наверное, еще вот здесь. Вот здесь поставим, да? И вот здесь. Или даже вот здесь. Ну, без них нам как-то не обойтись, мне кажется. Так, подбили. 275. Все, огненный маг готов. Ну что, теперь будем топорщиков, значит, делать, да, с вами? Так, одного, наверное, куда-то вот сюда вот влепим. Или вот сюда, наверное, да? Пускай здесь будет стоять. Сделаем из него топорометателя. Так, а тут-то что? А вот сейчас, кстати, посмотрим, что делает эта девчуля. Если кто-нибудь вообще дойдет до сюда. Но. Маг всех убивает, да? Никому не дает шанса просто проявить себя. Я понял. Ну, хоть один-то пускай пройдет. Нет, никаких шансов. Просто тотальное уничтожение. Во-во, один зашел. Да, что-то я не видел, чтобы эта девчуля что-то... Может быть, она как-то укрепляет наши войска. Так, что у нас? Следующая эволюция, якобы. Может быть, она ускоряет их лучше. Или они становятся мощнее. Ну, не знаю. Так, давай-ка мы вот так. Сколько там? 575, ну, конечно же. Как я мог забыть, что 575 еды нужно?
Так, вот они, красные, разъяренные, вышли. Ну, из них... А, нет, вылупляются периодически. Слушай, это какие-то маленькие демоны, ну, маленькие пришельцы. Видишь, даже тут вот в честь них сделали вот эти вот куполы, монументы. А может быть, не в честь них, может быть, они себе и сделали такие. Но это явно какие-то пришельцы, 100%. В то время, когда мы были каменные, ну, каменные люди, да, первобытные люди, уже тут была развитая цивилизация каких-то пришельцев. Ну, все именно к этому идет. Так, ну что? Топорометатели. Одного еще вот сюда вот поставим с вами. Вот сюда куда-нибудь. Здесь. Так, а, вот этот, да? 575. У нас, кстати, скоро закончатся волны. 24-е уже на подходе. Так что осталось недолго здесь ждать до босса. Интересно, босс кто? Наверное, вот кто-то здесь будет из этих вот. Может быть, эти статуи оживут? Фиг его знает. Вполне может быть такой, да? Такое может быть даже очень вполне. Ого! А чё вы такие крепкие? Скажите-ка мне на милость. Они очень жесткие, смотри-ка. Да ну! Хорош! Эй! Чучундра! Не успела, да, пройти? Так, топорометатели. Слушай, ну маг, маг хорошо бомбит по ним. Давай, 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 давай. Так, вот этого ханурика тоже завали. Смотри, сколько этих демонят бежит. Смотри, 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 целая орда. Ух. Ну, хоть что-нибудь дадите мне, чтобы я хоть как-то их задержал здесь. Вот, отлично, справились. Никто не прошел. Сверху он там, правда, идет еще, армадушка. Но это уже не то. Так, где ты у меня? Вот он. Эволюция. Фух. Так, следующим будет у нас, скорее всего... Так, погоди, следующим. Вот этот еще нужен у нас. Он не прапан и не шиша. Смотри, смотри, что происходит. Неугомонный, а? Давай, 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 наяриваем, наяриваем по ним. Совсем другое дело, да? Под тотемом просто божественно бомбят. Ни одного шанса врагам не даем. Так, здесь прокачка фул. Здесь далеко не фул еще. Нам не хватает еды, как мы видим. А ну-ка. Ну, еду-то мы сейчас с вами заработаем. С этим уже, так сказать, проблем нету, да, у нас? В плане хавчика. Сейчас вот накопим и прапаем. 575. Так, достижение получил. Не знаю, что он там значит. Плюс, там что-то, вопросительный знак. Так, у нас якобы следующая эволюция, но я даже уже не знаю, что эволюционировать. Потому что у нас больше нечего. Оп-оп-оп-оп-оп. А куда вы собрались, птички? А? Куда вы собрались? Так, ну вот, еще один топорометатель у нас. Вот здесь вот тоже как-то вот кисловато все у нас, конечно. Что ни говори, но кисловато. Барышни здесь нету, кстати. Вот что я хотел сказать. Здесь нету барышни. А она должна быть. В обязательном порядке. Давай соточку, соточку мне. Соточку, говорю, мне дашь? Чтобы я прапал, во. Так, станет. А, она не станет почему-то. Она плюется, но не станет, странно. Куда вот тут взлетели все птички? Птички-невелички. Ну-ка, давай-ка я их вот так вот. Почему мои-то в оглушение встают? Я не понимаю. Так, тихо-тихо. Птеродактили успокоились. Начинает тут со всех сторон лететь. Так, давай-ка мы, наверное, тотемчик с тобой включим. От греха подальше, да? И поставим мага. Так.
275. Ну, как раз будет хорошо. Будет работать на две дорожки. И на верхнюю, и на нижнюю. Вот эти меня, конечно, вообще бесят. Бесят и все. Так, с едой все пока хорошо. Все отлично. Оп. Тут шикарно у нас, да? Тут у нас все шикарно. Так, вот с этой девочкой надо что-то делать. 250 еды. 250 еды, это, конечно, да. Но что-то их тут целая орда. 27, 27-я волна, кстати. Совсем немножечко осталось, совсем. Но я думаю, босс будет долгий и нудный, мне кажется. Ну-ка, дай-ка я вот так вот, оп. Так, вот здесь вот все-таки надо будет еще усилиться. Еще усилиться. Надо будет, наверное, вот таких вот чувачков побольше поставить. Именно которые будут бросать валуны. Да, вот именно их. Чтобы они как можно чаще тут оглушали, да, и, соответственно... Тихо. Блин, тотем не могу влепить. Вот сюда хотя бы давай поставим. И шипы. Не-не-не-не-не-не, парень, ты не пройдешь. Вот сюда надо что-то еще поставить на всякий случай для перестраховки. Давай вот так вот влепим. Сделаем из него топорометатель. Смотри. Совсем оборзели, да? Доходит уже докуда. Так, давай-ка мы вот так. И 575 еды. Как, какие расценки дичайшие. Хотя я не удивлюсь, если будет эволюция здесь за 1000 еды. Ну, там, например, мага, да? Того же самого мага, если в кого-то, в лучшего переводить. 1000 еды, будь здоров, я не удивлюсь. Если уже вот на барышне на это, да, нужно было сколько? 750 еды. То чему удивляться-то? Так. Ну, что-то как-то крепко-крепко они тут стоят. Ну, давайте. Разбираем. Не смотрим, не прохлаждаемся. Так, погоди-ка, что-то мне вот это не нравится все. Давай. Отлично. Разбомбили. Слушай, а тут, смотри, армада идет. Тоже не слабенькая. Так, 500 есть, хватает. Нормуль. С магами все отлично. Вот тут очень мало, мало ребят с камнями, с валунами. Давай вот сюда поставим, наверное, да? И сделаем из него фруктометателя. Так, еще одно достижение получил. И тут что-то получил, но уже апать нечего. Уже нечего апать. Нету дальше развития по апанию. И вот это вот немножко меня расстраивает. А хотелось бы получать все эти бонусы и фишки. Так, ну сколько там нужно? 210, да? Сейчас, во, хорошо. Вот здесь, кстати, пятачок тоже у нас свободный. А я еще барышню забыл проапать, елки-палки. Вот здесь пятачок свободный. Надо будет тоже влепить что-то. А вот что? Может, мага? Мага здесь нет, кстати. Маг вот тут только. И вот здесь. Как варик. Так, друзья мои, сейчас, по-моему, будет у нас 29-я волна. Фу, с богом. Оу, помню я тебя, хламон. Небесный тихоход идет себе тихонечко. О, мы его оглушили. Ну, главное, чтобы он вот здесь не прошел, да? Чтобы не получил регенерацию себе. Дай-ка я его попробую на опережение взять. Какой он здоровый, а? 22 тысячи здоровья. Не кисло, совсем не кисло. Угу. Там у нас все пока хорошо. Все справляются со своими обязанностями. А могу я сюда? Ага, могу. Вот сюда, к сожалению, нет. Вот сюда могу еще поставить. И вот здесь могу. Тут никак. Вот сюда могу поставить что-то. Сюда, кстати. Ну вот этот пятачок меня больше интересует сейчас.
Давай, наверное, мы сделаем вот так вот. И прапаем его, да, чуть-чуть. Так, тотем, что ли, врубать надо? Или что, я не могу... Ох, ты смотри! Ты смотри, какой он вышел оттуда. В броне. Ничего себе. Вот это да, вот это для меня новости. Он вышел в броне. Видно прям. Хм, хитро. Очень хитро, я тебе скажу. Так, ну что, парнишка, давай будем апаться с тобой. Так, это у нас предпоследняя волна. Если мы с ними разбираемся, пойдет, скорее всего, босс. Может быть и не пойдет, посмотрим. Но мне кажется, пойдет. Значит, они получают не регенерацию, они все-таки как-то усиливаются. Вот эти вот динозаврики, когда проходят через вот это здание, они получают усиление. Так что мотаем себе на ус, ребятушки. Без фанатизма, без расслабления и так далее. Так, 575, ну... Давай. Слушай, а если босс, ты представляешь, если здесь пойдет какой-нибудь босс гигантский, там, 100 тысяч хп, и пройдет через вот эту вот штуку, и получит там супер броню, вот это будет трындец тогда. Вот это будет финиш. Вот смотри, как они даже уже здесь проходят. Ну, есть такая возможность, что они могут пройти. Я, конечно, не дам, но... Вот он, этот древний ящер ползет. Ползет себе, да? Кстати, тотем-то надо зарядить, наверное. Во! Поставил тоже мне. Куда я его влепил? Зачем он тут нужен был? Ай, глупость сделал, а. Ну-ка, шипы. А сколько у него здоровья-то стало? 35, было, по-моему, 20 тысяч, да? Стало 35. Ёлки-ты-палки, нифига себе он реген ловит себе. Не реген, а увеличение жизни, ну, увеличение здоровья. Так, пока он стоит, и опять в оглушении в каком-то непонятном от чего-то. Давай, родные мои, бомбим. Так, сколько там у него? 6 тысяч хп. Ну, у него тут еще хорошее, да? Хорошее, как говорится, сопротивление будет. Ну. Ну, давайте. Напряглись. Отлично. Был динозаврик и не стало его. Друзья, последняя волна. 30-я. Оу! Смотри. Сколько? 44 хп. Слушай, ну это, наверное, не босс. Не может это быть боссом. 44. Вот у этого сейчас было сколько там здоровья? В разы больше, да? Хотя кто и узнает, что нас там ждет еще впереди. Непонятно. Оглушаем. Оглушаем и ставим ребятулик. Это что такое? Вот это что такое, друзья мои? Я не могу понять. Это гнездо вот этих вот ублюдков мелких. Здравствуйте, приплыли. Я на это не подписывался. Опа, а куда у меня сделся? Я не понял. А куда у меня делся вояка? Что за фокус это, а? Что за дела? Друзья мои, это какой-то... Это беспредел. Нету. Смотри, нету. Тут должен быть стоять вояка, его нету. Офигеть просто-напросто. Куда-то делся, куда делся? Догадывайся сам. Но его здесь нету. Видишь, какая-то там фигня мельтешит. Но воина-то нету. Здорово просто. Ладно. Раз он так, мы тогда тоже будем... По-плохому. Так, он идет. Сейчас, прикинь, пройдет, еще крепче станет. Вот это будет, да, вот это будет для меня новость. Так, давай я вот сюда поставлю чувака с камнем, ну-ка.
Нет, такой же? Такой же. А здоровье сколько у тебя, парень? 32 тысячи. 32 тысячи. Ну что, ребят, тотем? Нет, тотем не тут будем искать. Когда вот здесь вот пойдет, будем врубать тотем, наверное, да? А пока будем его вот так оглушать своими, как говорится, подручными способами. Лишь бы не прошел, гаденыш, а? Да сколько у тебя еще здоровья-то? Еще половину только. Вот сейчас только половину мы у него отнимем. Ты представляешь? Только лишь половину мы сейчас у него отнимем. Самый писк, вот самый пик, это вот здесь вот будет. Вот здесь вот надо будет врубать тотем и вшпаривать, поверь мне. Че он там застрял? Врубаю, ребят, тотемчик. Шипы, все дела, короче, все как полагается. Да ладно, еще скажи, что ты пройдешь, хмыреныш. Нет, 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 нет. Оглушение, дайте мне оглушение срочно. Колья, колья, это все понятно. Оглушение, ребята, оглушение. Есть, я его хлопнул. Но что-то мне подсказывает, что это не босс был. Ну, как бы босс, но не последний. Что-то еще, чувствую, должно быть. Вот это вот мне, конечно, вообще порадовало. Кстати, и здесь тоже нету. Он что, съедает их, что ли? Я не могу. И здесь нету, прикинь. А что происходит-то? Что он сделал? Съел, получается, ведь так? Другого объяснения просто нету здесь. Да. То есть, получается, вот эти вот местечки будут просто стоять. Я даже не могу их убрать. Разобрать или как-то еще что-то с ними сделать. Понимаешь? Ть. Отлично. Да, хорошая перспективка. Блин, нет, ребята, это был не босс. Босс, скорее всего, еще будет. Потому что, ну, птеродактили летят. Я не знаю. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Все, нет. Слушай, как ни странно, это был босс. Так, тихо, что у нас тут? Уже и звука нету, да? Хорошо, что хоть зарисовку какую-то сделали. Правда, непонятную, в общем. Чувак что-то там подумал. Радостный. Ничего, честно говоря, не понял я по заставке, если честно, ребят. Ну что же... Хорошая, интересная была миссия, мне понравилась. Дорогостоящая эволюция, да? Тут тоже не поспоришь. Ну и боссик, да, ну согласитесь, он дошел практически до выхода. Он бы мог просто пройти, и мы бы с вами проиграли, наверное. Ну а следующую миссию мы будем с вами проходить уже в следующий раз. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.